Так, убытри, Дима Юджук. Ну, прогревай ушки, наукова. Вот он я. И Антон, это, РЦ-3С. А, вот тебя сейчас вот услышал. А, хорошо, да я тут наушники... Маленькую. Крикнул, и вот ты как ответил мне. Ну, правда, так это... Вначале что-то тоже у тебя было. А, прекрасно, Антон, слышу. Климов Александр на прием. Ясно. Ясно, слушай. Ну, тоже, как всегда, в общем-то. Да я сам тут тоже, можно сказать, от компьютера отошел, поэтому. Не более того. Да тут все спать убежали, поэтому тут вообще не должно было никого быть. Время-то уже сколько? Без 25, наверное, да, уже 12. Да-да, время, вот я и так тоже, ну, я так, это, 80-ку пробежал тут это, посмеялся, поржал тут это, в компании тут это, Туляков был, ну, так, ну, ничего такого страшного не было, ну, 9, 8 и остальное, ну, и 9 тут это подключение сделали. Ну, а так это, думаю, все плюнул, думаю, дайте это, пора отходить, потому что 12 сам время идет. Вот. Ну и вот крикнул, ты молодец, вот, видишь, ответил. Да, наверное, народ, конечно, уже в это время уже. Вот. Хорошо, Антон, великолепно. Ну что я тебе могу сказать? Шпильку не было, а так в основном со здоровьем все нормально, например. Да я знаю, ты сегодня приехал, тут он разгребал народ. Во сколько тут? Часов 8, что ли? Или около 9? Я тут так сквозь дрему слышал твои возгласы. Не более того. Ясно. Ясно. Ну, я тут немножко простудился, поэтому голос такой не совсем радостный, я бы так сказал. Вот. Так что вроде бы, как я отвечаю всем, вроде бы жив. Прием. Не надо говорить, что там какие-то там это здоровье. Здоровье тут это. Я сам вот, да, это было такое. Во сколько я тут это? В 7, да, в 7, думаю, да, это включился. Я еще раз повторяю, что тут это полторы недели тут по Золотому кольцу, потом это на родину съездил с Манкиной, Сергею Посадской, по тройству Сергею Скалову, и так это. И вот приехал, ну, думаю, да, это крикнул. Да, 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 ты правильно сказал, я тут крикнул, ребята соскучились, ну, да, собирал я тут небольшой такой, это, контингентчик, вот, а потом думаю, да, это я вот часиков 10 на КВ прокручу, что там творится, думаю, у нас на КВ, ну, вот тут немножко работать, пару часиков. Хорошо. Ваника, я тебя не буду давай задерживать. Здоровье это превыше всего. Так что это, не кашляй. Хотя ты знаешь, вот тоже проехать на машине. Тоже левая сторона тоже как это поддуло. Кондиционер это такая зараза, я тебе, между прочим, Антон, скажу. Просто воздух, если где-то поддувает, это ерунда. А кондиционер это опасная вещь. Да не знаю, Саш, ну, может, где-нибудь там просифонило после спортзала или, да, правда, кондиционер где-нибудь на работе, хотя вроде бы раньше нормально кондей было. Ну, я склоняюсь, просто после спортзала горячий вышел, вот, и где-нибудь там тоже просифонило. Ну, ладно, короче, да, пойду я, в общем-то, молоко пить с содой, вот, дабы, в общем-то, тут горлышко полечить чутка на ночь. Ладно, все тогда. Будь здоров. В3D UJ RC3C. А давай, Антон, RC3C, В3 Дима Юджук. Хорошо. А вот это правильно, вот это. Теплое молоко с кольцом, если еще туда-сюда, потом это, а если еще ножки там это потереть, там это самое хорошо. Такая вещь, это не то, что
таблетки. А я тебе могу сейчас подсказать, вот, что даже вот я Сергию Пассата, а там Гринатикуля, это моя деревня, там плюс 4 градуса, там родник бьет, мы его скупались, никаких проблем, воду холодную пили, а она плюс 4, никаких проблем, даже вот вообще. Так что все это естественно, ты правильно занимаешься, правильно, что таблетки все всякие фертилизаторы не пьешь, молодец. А когда занимаешься, конечно, тренажером, тут нужно повнимательнее быть, а 70 клиентов. Да, спасибо. Давай, спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока, Ваненька. Ну, это ночное, уже нет никого. Но, Ваня, я хотел тоже подойти, хоть это чайку, но еще хочу поработать на КВ. У нас здесь кто-нибудь еще желающий поздороваться на ночную кинцу? Здесь Ульяна Боря, Дима Ёджук, на прием. Да нет никого.